Я Береснева Людмила, художник, архитектор, градостроитель и генпланист, член профессионального союза художников. Сколько себя помню, рисовала всегда, везде и очень много. Творчество для меня – это источник вдохновения, радости, музыки. В творчестве я выражаю свои эмоции, свои чувства, свой взгляд на мир. Мой путь в мир искусства начался благодаря любимому моему преподавателю, известному в свое время в Советском Союзе, Фруговцу Якову Львовичу. Он дал мне возможность поверить в себя и направил на творческий путь. Я занимаюсь живописью, акварелью, графикой, декоративным искусством. Люблю пробовать разные материалы. В последнее время активно, очень активно занимаюсь живописью и акварелью. Живопись меня просто супер вдохновляет. Запах, фактура, цвет. В общем, я ухожу с головой. Не вижу ничего вокруг, только моя любимая живопись. А сейчас я хочу вам представить одну из моих работ, выполненную в технике живописи «Полет души». Все дела сделаны, день подходит к завершению. Палящее солнце, не торопясь, скрывается за холмы. Наступает прохлада и умиротворение. Энергия солнечного дня сменяется на вечернее спокойствие. Наступает приятная тишина. Слышно, как стрекочут свечки и цикады. Воздух невероятно теплый и свежий, с насыщенным ароматом трав. Красота природы располагает к расслаблению и созерцанию. Вокруг безграничные просторы гор, их масштабы и величие вдохновляют. Находясь здесь, ты ощущаешь внутреннюю свободу, ты чувствуешь полет души.